В этом видео я расскажу и покажу, как готовить самые вкусные, самые пышные оладьи на кефире. Это очень простой рецепт, приготовить его сможет в принципе даже ребенок. Нету тут ничего сложного, все простые ингредиенты. Просто берешь и готовишь. Начинаем. Что нам нужно? Для начала мы наливаем 1 стакан кефира в пустую миску. Добавляем сахара 2 ложки, 2 столовых ложки. Добавляем ванильный сахар. Можно использовать ванилин, можно ванильный сахар, в принципе без разницы. Разбиваем сюда 2 яичка. Добавляем пол чайной ложки соды пищевой, соли примерно столько же. И добавляем стакан муки. Можно немножко больше, но это надо смотреть уже, когда перемешиваешь все это тесто. Нужно добиться нужной консистенции. Все тщательно перемешиваем. Муку желательно просеивать. Добавляем, наливаем, то есть в сковородку, растительное масло. Жарить мы будем на среднем огне. Вот такая вот должна быть консистенция. Вот тесто не должно быть сильно жидкое, потому что оладьи будут очень тоненькие, ну и неприкольные. Вот так вот должно быть слазить тесто с ложки. Так что когда перемешиваем, ну, добиваемся вот такой вот консистенции. Если жидкое, добавляем муки. Жарятся оладьи очень быстро, буквально там минута, наверное, одна сторона. Можно, конечно, делать более красивую форму, но так как я сейчас снимаю, одной рукой держать камеру и другой делать оладьи, как бы не сильно удобно. А когда делаешь оладьи двумя руками, то оно получается все очень красиво, очень аппетитно, очень вкусно. Повторяю, жарим на среднем огне. Если жарить на сильном огне, то они как бы зажарятся, но внутри могут не прожариться. Если на медленном огне жарить, то впитается в них очень много масла. А жарить нужно вот как раз на среднем огне. Вот даже меньше минуты получается. Вот видите, снизу уже подрумянивается нижняя сторона. Вот даже отсюда видно. Все берем и аккуратненько переворачиваем. Все это нужно делать аккуратно, двумя руками, не так как я. Если это делать двумя вилочками, то как бы, ну, никуда не будет брызги лететь, все будет аккуратно. Оладьи получаются очень пышные, очень вкусные. Ну вот, смотрите, вот толщина оладья какая, да, как вилка получается. Как маленькие булочки, даже можно сказать. Из такого замеса, как я сделал, вот тесто вот
то, что у нас по рецепту. В принципе, вот получается, вот сколько у нас на сковородке? 6 оладий, да? Получается где-то 5 заходов получится, в общем. Все делается легко, все делается быстро. Тоже смотрим, чтобы не подгорели, потому что жарятся они очень-очень быстро. Очень красивые, очень пышные. Если вот так вот получилось, ничего страшного, мы просто переворачиваем и дожариваем то, что сверху там было сырое тесто. Там буквально несколько секунд, и оно прожарится. Смотрим за уровнем масла в сковородке, потому что масло же как обычно выгорает понемножку, так что по чуть-чуть добавляем. За все это время я первый раз налил и еще один раз добавил. В принципе, немного масла и ушло. Это очень хороший завтрак, очень нравится детям. Оладьи можно, в принципе, совсем есть, со сметаной, с вареньем, с джемом, со сгущенкой. Это очень-очень питательно, очень полезно, а главное, быстро и недорого. Это у нас последний заход был. Вот так вот все у нас получилось. Всем спасибо за просмотр. И всем приятного аппетита. Смотрите наши следующие видео. Будет очень много полезных и вкусных рецептов. Всем до свидания.